Эртоба жанда феми трактат бабакама дав куф ютбет 112 листратата бабакама я значит говорит орали или нишмат конечно но халам авиа дроши и гам сарбад мирам марусе и гам мирям бат оснат на сахат мисрухат мисру шалом баорис баулам и гам тамара бат сара тамара бат сара то мишна сказал нам так а гозер умахил эт банав вейниах литнехем петурим или шалем человек который украл что-то и накормил тем что он украл своих детей или он то, что украл, оставил своим детям как наследство, дети не обязаны за это платить. Так сказала Мишна. Теперь Рава говорит такой закон. «Хиньях лахем абихем пара шиула, миштамшим ба коле меньше эльта». А если человек одолжил корову, чтобы на ней поработать, неважно для чего, потом он скончался, он одолжил ее на полгода, скончался через месяц. Все то время, пока он ее одолжил, оставшиеся 5 месяцев, дети имеют право этой коровой пользоваться. Мета, энхавим бионасе. Но если эта корова скончалась, сама по себе она умерла, дети не отвечают, не должны будут за эту корову заплатить. Почему? Несмотря на то, что обычно шоэль, который одолжил что-то, если с этим животным что-то случилось, даже не по его вине, он должен бы это заплатить. Грабители пришли, заставили его отдать, он отвечает за эту корову. Единственное исключение, кто? Это если он, кто одолжил. Кто одолжил, шоэль, кто это. Он отвечает. Единственное исключение, если он работал на этой корове, она умерла во время работы, тогда он освобожден. Но здесь дети, они не получают как бы ответственность своего отца. Ответственность их отца к ним не переходит. И несмотря на то, что папа был бы заплатил за то, что корова сама по себе у него умерла, когда он ее одолжил, Раши говорит, «Дело киблю алейху нитрута». Они на себя не взяли ответственность своего отца. Дети не отвечают. Ответственность папы к детям не переходит за эту корову. Папа был тот, который одолжил. Кто ее одолжил? Папа, не дети. Теперь Рава продолжает и говорит так, что кисвурим шир абьем хи утвахуа ве ахалуа мешалмин дме басар безор. А если они думали, не знали, что папа корову одолжил, думали, что корова папина, и зарезали ее, и съели благополучно. Должны заплатить хозяину коровы или нет? Должны заплатить. Сколько должны заплатить? Полную сумму или нет? Нет. 2/3. Что значит 2/3? Обычно люди раньше мясо ели очень-очень редко. Поэтому они за эту корову, в принципе, платить не должны. Но если бы корова стоила 1000 долларов, скажем, а им сказали, слушайте, вот корова на 1/3 меньше, за 670 возьмете или нет? Любой человек ее купит. Поэтому здесь Гмара что говорит? Да, если бы вы знали, что за нее нужно платить, вы бы мясо не ели, но вы все-таки поели. И вот это наслаждение, которое вы получили, 2/3 этой коровы должны оплатить. Если бы они знали, что нужно бы платить, они бы мясо не ели. Но так как уже съели, мы им делаем скидку, платят 2/3. Рава завершает и говорит так. Но если папа оставил им наследство, недвижимость, то тогда они должны будут заплатить. Вопрос, за что заплатить? Здесь у нас было два случая. Первое, что он им оставил корову, и она умерла. И второе, что он им оставил корову, они не знали, что она его, и они ее зарезали. Что здесь имел Рава, когда он сказал, если у них есть земля, должны будут заплатить? Два объяснения. И когда дематне ла ареша. Есть, которые говорят, что это идет о первом законе, который мы сказали, что... корова скончалась. Мета винех лаэм авихем ахрают нехасим хаявим лешалем. В этом случае, когда корова скончалась, у них есть земля, они должны будут заплатить за корову полностью. Почему Рава считает машма мишаа мишаат шеэла нитхаев ба беонасим? Он считает, что как только папа их эту корову одолжил, с этого момента он отвечает за все, что с этой коровой произойдет. То есть у нас есть такой вопрос. Человек, который женился, он написал своей ктубе, я тебе заплачу, если разведусь, 10 000 долларов. С какого момента вот эта обязанность у него включается? С момента, когда он женился, или с момента, когда он захочет разводиться? Когда нужно будет дать гет, тогда он эти деньги и даст. Да. Это спор в Гмаре. Рава считает, как только подписал, уже должен заплатить. И здесь он тоже считает, как только папа взял эту корову в долг, одолжил ее, ответственность за эту корову включилась. Что значит, как женился, надо заплатить? Когда? Его обязанность. Когда включается обязанность заплатить, эти деньги иметь.
Понимаете? Это то же самое здесь вопрос. Рава говорит, как только корову одолжил, все, ты за нее отвечаешь, то есть ты не... Он говорит так, не как Рава, что говорит, но... Когда он включается ответственность, когда с коровой что-то случится, тогда он должен будет за нее заплатить. Но если ничего не случилось, он ничего не должен. А Рава говорит... Одно объяснение дальше. Икадемат, не ла асеф. Есть, которые объясняют, что то, что Рава сказал, что если есть земля, которая осталась от папы в наследство, должен заплатить, тэвахуа вэхалуа вэньях лэм абихэм ахрают нехасим хаявин нешерем. Это относится к второй части обучения Брайты, который сказал Рава, что если папа оставил наследство, они корову зарезали, думали, что это не его, должны будут заплатить корову полностью. Почему? Объясняет Раши. Ингу бэмаком авухун вэхуил вэхэн ахруа мишаруин. Так как они сейчас являются наследниками, последователями своего отца, так как они ее съели, они должны будут заплатить. Но в начале, то, что мы сказали, что если она умерла, мета виньях лэм авиэм ахрают нехасим птурим. Если она скончалась, несмотря на то, что папа оставил им землю в наследство, они освобождаются от уплаты. Почему? Потому что Рава считает, как Рафапа Мешаа ше тианес нитхаев беонасим. Что в этом случае можно сказать, что Рава считает, как Рав Папа, как мы сказали, как только случилось с ней что-то, тогда он должен за нее заплатить. Если ничего не случилось, ничего платить не должен. Да? И говорит Гмара дальше так. Теперь Гмара приводит нам историю, которая показывает, что сказал Рав Папа. Рав Папа, у него его тесть, да, тесть, отец его жены, оставил ему дом в наследство. Он пришел этот дом взять, а его жены брат, младший брат, молодой парень, 7, 8, 9, 10, 11 лет, до 13 лет, закрыл перед ним дверь и говорит, это дом мой. Папа скончался, дом будет мой. Он говорит, папа, это теперь вопрос к Маре, он этот дом купил или он ему подарил. Его тесть, как бы там ни было, он приходит в Бет-Дин, не хочет с ними ругаться. Пришел в Бет-Дин Рававин и говорит вот так и так. Что он говорит? Правильно, это его дом, он себя оставляет. Он говорит, как его дом? Он говорит, что так как он маленький, мы не можем его судить. Дальше мы посмотрим, есть спор. Может ли суд принимать свидетельство о человеке, которого сейчас в суде нету? Или тот, кого осуждают, должен быть в суде? Теперь он говорит, маленький мальчик, он не может быть в суде, поэтому без него суда не будет, поэтому ты ничего не можешь с этим сделать. Пока они говорили, обсуждают, дошел этот вопрос до Раби Абау. Раби Абау говорит, была такая история. Мальчик, когда папа его скончался, он еще был меньше 13 лет, взял рабов своего отца, пришел на чье-то поле, сказал, это поле сегодняшнего дня мое, это папа мне оставил. Мы ждем, пока он вырастет, и потом у него это поле отбираем, и потом начинаем с ним судиться или нет. Но там, говорит Гмара, мы это поле отбираем у него сейчас, мы не будем ждать, пока он вырастет, мы это поле у него сейчас заберем. А когда он вырастет, пусть он найдет свидетелей, и придет в суд и докажет, что это поле его отца. Вроде бы здесь то же самое. Говорит Гмара, нет, здесь не все же самое. Почему? Потому что здесь мальчик остался в доме своего отца. Раби Ирмия говорит, у меня есть доказатели, что я в этом доме жил 3 года. А 3 года это хазака. Но этот случай отличается от того, что было с полем. Почему поле он забрал, чье-то чужое поле хотел забрать. А здесь мальчик остался у себя дома. Теперь. И он говорит, Рабами говорит, Аллаха как сумхус, как мы дальше посмотрим. Раби Ирмия говорит, как Аллаха как сумхус. Мудрецы с ним не согласны и говорят, что да, можно в Бет-Дине в определенных случаях принимать свидетельство даже без того, кого судят. И Рав Папа говорит такой закон, что человек, который украл корову в пятницу и зарезал ее в шаббат, хаяв, что он хаяв? Хаяв, он нарушил шаббат, заслужил смерть. Должен заплатить 4-5 раз больше или нет? Раши говорят, да, Раши говорит, должен. Почему? Потому что когда он своровал ее в пятницу. Но если он эту корову не своровал, а одолжил, и потом зарезал ее в пятницу, тогда он в 4-5 раз больше платить не будет. А заплатит за только смертью за нарушение шаббата. Почему? Потому что когда он считается, что он ее своровал, когда он ее зарезал, то есть нарушение шаббата и ворование этой коровы происходило одновременно. Поэтому в первом случае, когда он украл в пятницу, там мы не говорим, мы даем ему более строгое наказание. Там был у него штраф. Здесь, когда он корову одолжил и зарезал в шаббат, когда он ее зарезал, этим изменением он ее себе приобрел, он ее своровал. Он в шаббат зарезал? В шаббат зарезал. Поэтому в этом случае он платит жизнью за нарушение шаббата, но хозяин за эту корову не заплатит.
И здесь говорит Рав Папа, что когда отец одолжил эту корову, земля не была гарантией этой коровы. И поэтому после того, как он скончался, и корова потом умерла, когда были его дети, он своей землей за эту корову не отвечает. И Рав Папа говорит, что Рава идет, объясняет это, конец Мишны, конец братья. Дальше. Гмара переходит к братьям, которые переводят спор в нашей Мишне относительно «Химиях лаэм бен гдурим бен ктаним». Хаяви, хаяви, хаяви. Что написано? Что папа что-то украл, оставил своим детям. Украл машину, оставил своим детям. Или корову. Тана Кама говорит, бен гдулим, бен ктаним, хаявим лешалим. Неважно, эти дети взрослые или они еще дети, если вещь, которую папа украл, она сейчас такая, какая она есть, должны ее вернуть. Неважно, они взрослые или дети. И взрослые, и дети должны вернуть. Сумхус говорит, нет. Мишум сумхус амру гедулим хаявим ктаним птурим. Он считает, взрослые должны будут это вернуть, но если дети маленькие, вернуть не должны. Почему? Гмара. Эн мекаблим эдим шело бифне бальдин. Как мы сказали, что маленького мальчика нельзя судить. Бедин не принимает свидетельства без того, о ком судят. А так мальчика, маленького мальчика судить нельзя, все равно, что его в суде нету. Хахамичи говорят, нет, мекаблим эдим шело бифне бальдин. Что да, мы принимаем свидетельство, и маленького мальчика могут в бедине судить, и поэтому то, что папа оставил, если это продолжает существовать, оно существует, должно дать. Теперь Рашба объясняет, что все согласны, бединей нафашот, что когда у нас идет суд о жизни и смерти, человек говорит, что он нарушил шаббат, наказание смерти, его предупредили, и о том, что делать нельзя, и что это, какое наказание, в этом случае эн мекаблин эдим шело бифне бальдин. Человек, которого обвиняет, он должен быть в суде. Может, у него есть какие-то доводы, которые он может оправдаться. Кроме этого, пасук говорит про быка, который забодал и убил кого-то, и этого быка судят. Написано в Торе, «Вюад бив Аллах». И он сосвидетельствует о нем перед его хозяином. Отсюда мы видим, что Амра Тора, Тора говорит, «Яво бааль ашор ве ямод аль шоро». Хозяин быка должен быть в суде, в бедзине, когда судят этого быка. И сам бык. Спор, и сам бык тоже. Сам бык, есть спор, мы говорили, что есть, кто говорит, что бык там тоже должен быть, кто говорит, так он ничего не понимает, даже без него тоже можно этот вопрос решить. Но спор в чем? Диней мамонот. В законах, связанных с деньгами. Тана Кама считает, мекаблин эдин шело бифне баладин, что можно принять свидетельство, даже если нет там обвиняемого, или пришел человек в бедзин, говорит, такой-то мне должен деньги. Тана Кама говорит, можно у него принимать свидетельство, Сомкус говорит, нет. Эн мекаблин эдин шело бифне баладин, без него принимать свидетельство нельзя. И Гмара приводит некоторые случаи, когда даже мудрецы согласны с тем, что все согласны, что в законах денежных иногда можно принимать свидетельства без обвиняемого. Первое. Мехаблим эдим шерубив не бальди. Кегон шая ухоле о эдим холи. Что если он или свидетели были очень больные, при смерти были, то невозможно одного найти или второго, то мы обвиняемого или этих свидетелей потом можно будет, нельзя будет найти. Или обвиняющий, вернее, болеет, или свидетели болеют, можем принимать свидетельство даже без обвиняемого. Или «Шаю эдим мевакшим лелех лемдинат хай аям, вешархуло велоба». Свидетели уезжали в путешествие, они пригласили обвиняемого, но он не пришел. Тогда принимаем свидетельство у них без него. Кегон, депатхуле бедине, вешархуле вело ата. Или, если бедин стал разбирать его вопрос, и они пригласили его в бедин, но он не пришел, игнорирует, то ты игнорируешь, мы будем разбирать это без тебя. И дальше, также Гмара говорит, что если его пригласили в бедин, и он говорит, ну я пойду в более высокий бедин, имеет право или нет, имеет право пойти. Например, они были в Вавилоне, говорят, я пойду в Бедин в Иерусалим, имеет право или имеет право. Сегодня такого нету, сегодня человек пришел в Бедин, Бедин должен посмотреть, на самом деле, какие у него намерения. Действительно ему тот Бедин нужен, или они могут его разобрать, тогда они его не должны отпускать. Теперь Гмара продолжает со спором, который как Аллаха. Мы сказали, «Эн мекаблим эдим шело бифне бальдин, киюм шторот рабанан». А относится ли этот закон к Киюм Шторот? Что мы сказали к Киюм Шторот? У человека, у которого есть документ, что Авраам должен Исхаку деньги. Там есть два свидетеля. Вот этот документ нужен подтвердить. Нужно подтвердить в Бедине, что действительно должны подтвердить. Как мы подтверждали, мы говорили, есть три способа, я все не помню, но два
Два способа. Или есть свидетели, которые говорят, да, мы знаем, что это подпись Авраама, а это подпись Ицхака. Или в Бедине есть другие документы с подписью этих людей. И тогда мы сравниваем подписи, и этим мы подтверждаем этот документ. Вот это сверяем. Можно ли вот это свидетельство и сверение делать без того, у кого требуют деньги? Киюм Штарот Рабанан. Это сверение документов мицва по хахамим, не по Торе. Поэтому Рав говорит, мекаймин это штар шело бифне барди. Что? Да, мы можем подтвердить этот документ, что эти подписи правильные и честные, даже без того, у кого требуют деньги. Раби Йоханан говорит, нет. Эйн мекамим это штар шело бифне бальдин, без него нельзя. Этот закон относится даже к этому закону, что без него нельзя этот документ подтверждать. Теперь Рава говорит, как Аллаха. Илхета мекаймин это штар шело бифне бальдин, баафиру умет вецубеях. Что? Бедин да подтверждает аутентичность этого документа, даже без присутствия, у кого требуют деньги. Или даже если он там и кричит, это документ фальшивый, это документ неправильный, мы все равно подтверждаем этот документ, сверяем эти подписи. Но если он говорит, я вам могу доказать, то мы говорим, мы тебе дадим время, приведи свидетелей, и тогда мы с тобой разберемся. Вим амар некитули зимна, а демотните саде умаринале лешитра нактинале. Мы сказали, если же он требует время для того, чтобы подтвердить, что документ не действительный, потому что мы чего опасаемся, что подделали или сам документ, или подписи, или документы к подписи. Ило ата натринале бахав. Если же он не пришел, мы ждем его 3 сессии суда. Когда суд заседает? Понедельник, четверг и в понедельник. 3 сессии. Мы ждем, не пришел, начинаем разбираться. 4. Ило ата катвинан птиха илаве алайху тишин юми. Если он не пришел, он не вернулся, то Бедзин пишет документ, который ставит его в херем, потому что он отказывается заплатить долг на 90 дней. Мы его ставим в херем. 90 дней, эти 90 дней мы с него деньги не берем. Мы говорим, первые 30 дней он пытается найти деньги, второй 30 дней он пытается продать свое имущество. Третьи 30 дней мы говорим, тот, кого он нашел покупателя, тот сейчас ищет деньги. Да, человек хочет купить дом, ему нужно моргидж, занимает деньги, пока он получит эту суду. Поэтому мы ему ждем, даем 90 дней. Лоата катвинан адрахта анихсай. Если после этого он не пришел, тогда Бетин пишет документ, который разрешает конфисковать его имущество. Беханимили говорит Мара, дамар атина валамало атина леалтар катвинан. Это мы говорим когда? Когда мы даем ему 90 дней, когда он говорит, я вернусь, дайте мне время, я вернусь. Но если он сказал, я никуда не вернусь, мне ничего это не надо, я никому ничего не должен, сразу пишет ему этот документ. Все, что мы сказали, мы ему даем время привести свидетелей, найти деньги и так далее. Это если он одолжил деньги и сейчас не может заплатить или не хочет платить. Но если ему оставили что-то в залог, этот залог он не имел права использовать, этот залог должен быть у него. Не хочет возвращать, тут же пишется ему документ, что можно его имущество конфисковать. Теперь, что это за документ? Адрахта. Первое. Амаркаен каркаэ катвинан, авал амателтелея котвинан. Этот документ пишется, что можно конфисковать его недвижимость. Движимость нет. Почему? Потому что пока все это произойдет, он может эту движимость съесть, продать, уничтожить. Дильма. Шемидве ахилле умальве кемиталтелея, как мы сказали. Так он может от него избавиться. И тот, кто дал ему деньги в долг, нечего ему будет брать, поэтому конфискуется и именно его недвижимость. Вафаль гавде идле умекаркае локатвинан. И даже если у него есть земля, мы все равно не пишем этот документ на основании его движимости. Всегда на недвижимость. Почему? Он может недвижимость он потратить. А движимость тоже может потерять цену. Обычно она растет в цене. Да? Но сегодня сколько земля в Газе стоит? Она не стоит столько до того, как началась эта война. Даже в тех кибуцах не стоит там, сколько она стоила. Иногда цена падает. Хашинан шема такси. А дальше говорит Мара, адрахта вехи катвина адрахта моэдина модинан ле вегани мили медейкрав авал мерхакло. Когда мы этот документ пишем, мы ему об этом сообщаем. Что слушай? Пишется документ о конфискации твоей недвижимости. Когда? И мы ему сообщаем, когда он близок.
Но если далеко, путь больше, чем 2 дня, тогда мы уже пишем этот документ ему сразу. Интересный вопрос, который сегодня происходит. Иногда человек не может платить за свою квартиру, за свой дом. Банк его отбирает. Кроме этого, иногда банк накручивает много процентов. Он не заплатил это, штраф, захоронили, похоронили его под этими процентами. Потом банк этот дом продает за полцены, за трещины, за 3/4. Человек, который покупает, возможно, у него есть статус вора. Потому что нужно посмотреть, за что у него этот дом отбирают. И в любом случае должен сделать шейлат хахам. И закончим на истории, которая была с Хафец Хаимом, что, как мы сказали, человек должен научиться помогать, делать добро, делать хесед. К нему приходит человек, богатый человек, который говорит, мне срочно нужно встретиться. Окей. Его пропустили вне очереди. В это время Хафец Хаим, он сделал Нетилат Ядаим. И читал Мизмор Давид, как у нас есть обычай читать Мизмор Давид Ашем Рой Элоксар. И там он закончил, сказал Амус Элех Иминаес, поел казает хлеба в всей Юме Свете. Потом ему спрашивают вопрос. Там написано в этом Мизморе Ахто Вахесед Ирдефуни. Только добро и милосердие будут за мной гнаться. Он говорит, разве добро и милосердие гонятся за человеком? Почему здесь так написано? Он не бег к ним, они к нему. Он говорит, что те, не дай Бог, страдания или трудности, которые человек должен пройти, он все равно их пройдет. И лучше, чтобы за мной эти трудности бежали как добро и милосердие. Чтобы через исполнение Тора, Мицвот, через помощь другим я эти трудности прошел. Так он ему сказал, это, видимо, было его дивре Тора за столом. Этот богатей повернулся и вышел. Когда он вышел, он сказал, ты же свой вопрос не задал. Он говорит, мне, он ответил на мой вопрос. В чем был вопрос? Он говорит, у меня есть гмах. У меня есть организация, мы помогаем беднякам, но иногда с людьми работать тяжело. Там проблемы, тут проблемы. Уже моя жена сказала, слушай, ты уже столько лет работаешь, хватит мучиться. Давай закрываем. Он говорит, я должен пройти спасти с Хафец Хаима. Я к нему спросил, я ему не успел спросить, но он уже сам мне ответ дал, что я не должен его закрывать, а то, что те мучения, которые есть, или страдания, я должен пройти, я все равно их пройду. Так лучше пройти их через помощь другим, чем через, не дай Бог, неправильные, нехорошие страдания. Баруха Адонай Олам, аминь, аминь.